Транжиры, это что значит? Предполагается, что мы, как говорим о транжирстве, мы говорим о том, что человек тратит больше, чем он может себе позволить. Или здесь может быть другой аспект. Там, мы можем себе позволить тратить такое количество средств, но то, что мы покупаем, мы этим не пользуемся. Это тоже можно назвать транжирством. И если начать себе задавать соответствующие вопросы, кто-то, может быть, тратит эти деньги для того, чтобы получить удовольствие, чем-то себя побаловать. Ну, какие-то конфликтные отношения к супругам, например, с супругом, и женщина идет в магазин и тратит на себя какие-то деньги для того, чтобы восстановить какое-то свое собственное ощущение собственной ценности, собственной значимости там, и так далее. Вот. Но и задавая себе эти вопросы, мы можем все глубже и глубже проникать в суть дела, понимать, что происходит на самом деле.